За сутки коммунальные службы убрали 4000 кубометров снега. Работы по очистке саратовских улиц от последствий снегопада продолжаются уже несколько дней. Как они идут, посмотрел губернатор области. Валерий Радаев побывал на основных транспортных магистралях. В уборке снега задействовано около 170 единиц спецтехники и почти 200 дорожных рабочих. За прошедшие сутки с городских улиц вывезли больше 4000 кубометров снега и наледи. Было использовано около 300 тонн песко-соляной смеси и 20 тонн реагента. Каждый такой снегопад будет казаться какой-то чрезвычайной ситуацией. А это обычное явление зимой. Надо просто быть мобильным и все. Я думаю, что такую задачу ставить надо посмотреть со всех источников, там именно оптимизировать на город. Вот таких погрузочных техник должна быть сразу, чтобы она чувствовала.